В зоне видимости, сэр. Захожу на посадку. Прием. Это Рейнджер 1. Прошу разрешения на посадку. Вас понял, Рейнджер. Посадку разрешаю. Площадка номер 3. Нары в земле мало, чтобы разбить этих тварей. Но признайтесь, впечатляет. А все-таки, что такое бюро? Бюро оперкомандования. Впервые слышу. Не сомневаюсь. Базу собирались ввести в строй только через год. Мы вызвали всех оперативников, которых успели собрать, но людей все равно не хватает. Директор Фолк, с возвращения. Эти двое со мной. Здесь хотя бы безопасно. Надеюсь, так и будет впредь. В 3:00 планерка. Жду вас в оперативном отделе. У меня много работы. Агент Уивер покажет вам базу. Спускайтесь сюда, Картер. Когда СССР запустил первый спутник, наши боссы перепугались. Бросили все ресурсы на этот проект. Тайна, понятное дело. Есть. Так и держи. Не двигай. Ладно, парни, закончили. Пора работать. Картер, это Ника да Силва, старший оперативник. Ника, агент Картер будет сидеть в вашем кабинете. Это самая современная база Земли. Фолк хочет сразу подключить его к работе. Сказал, мол, время не ждет. Ясно. Ладно, к делу. Наш кабинет вот здесь. Суровая женщина. Ну, вот мы и пришли. Это мой стол, вон там ваш. Располагайтесь, Уилл. Будете здесь и жить... и работать. Я могу вас называть Уилл? Нет, не можете. Ну, не звать же вас агент Картер. Я, конечно, военный, но нельзя же так строго. Лучше Уильям. Ну, а я просто Нико. Хотя мать зовет меня только Николс. Есть вещи, с которыми надо смириться. Я вижу, мы с вами станем друзьями. Рад это слышать. С недавних пор друзей у меня поубавилось. Это все, да, Силва? Пока что да. Если есть вопросы, задавайте. И еще. Да? Старик, директор Фолк, его трудно удивить, но вам это удалось. По вашему делу этого не скажешь. Хоть один приятный сюрприз за последнее время. И много людей тут его читало? Мы все знаем друг друга. Не волнуйтесь, вы о нас тоже прочтете. Старик считает, что чем крепче мы связаны, тем лучше воюем. Мы работаем в команде, так что вам поначалу... А еще я привык, что... Понимаю вас. Где вы были утром? Нет, я себе... Значит, перед... Ну, тем лучше. Похоже, вы в курсе, что тут происходит. Я вообще... Она разными... Кто еще входит? Пока все было... Резервные списки? Армейские спецагенты... А до этого? Последние несколько... Так, мне надо осмотреться. Позже по... Удачи, Уилл. Здорово, что вы с нами. Похоже, сейчас будет шоу. Идем, займем места получше. Свет. Идет война. Не та, которую мы ждали. Гром Рейндж 21:00. Выживших 6. За несколько минут враг уничтожил главный центр стратегического командования. 21:30. Центральный командный пункт уничтожен. Связь с Объединенным комитетом начальников штабов потеряна. Красный телефон молчит.
Поэтому я, Майрон Фолк, беру на себя командование тем, что осталось от армии США. Бюро создавали, чтобы координировать силы сопротивления на случай успешного вторжения СССР. Сейчас наши задачи те же, хотя противник иной. Мы столкнулись с врагом из другого мира. Мы пока не знаем, кто он, но он нанес нам страшный удар. Его технологии опережают наши на десятилетия. Мы обязаны овладеть ими. Их оружие станет нашим, и тогда мы сможем уничтожить врагов. Ваша новая задача — выжить и победить. Это XCOM. Добро пожаловать. Я спасу их! Я спасу вас! Уилл! Картер! Эй, Уилл, проснитесь! Что? Картер, что-то после сна вы выглядите только хуже. Я в порядке. Но чтобы меня разбудить, кричать не обязательно. Ха, это я-то кричу? Что я кричал? Что-то про огонь. Не знаю. После такого утречка это нормально. Нет, дело не в этом. Не в полигоне. От такого кошмара не только вам будут сниться. После войны мозгоправы озолотятся. Если только будет это после войны. Что-то я сгущаю краски. Кстати, вас ищет Волк. Требует к себе срочно. Старик сказал, что ему нужно. Вы его... Похоже, тут да. Да, в нашем убе... Окей. Везет некоторым. Так что вы говорите? А, есть... Поэтому я... Кто тут разбирает? Спросите у Чульски. Схожу, узнаю, чего хочет старик. До скорого, Уилл. Два. Повтор сообщения. 2, 5... 0, надо бы записать и показать кому-нибудь из радистов. 2. Вдруг это важно? Повтор сообщения. Спросите лучше у Чульски, 2, она в конце 5, коридора. 0, ноябрь, 8, 9... Вы диспетчер? Не совсем, агент Картер. Я глава информотдела бюро. Глава информотдела? Как это? Я управляю диспетчерами, отвечаю за связь с гражданскими и за секретность. А сейчас, кроме прочего, не даю людям понять масштабы угрозы. Послушайте, но людям нужно знать правду. Нет, людям нужна безопасность. Штатские не помогут нам вести войну, а новости о нападении пришельцев вызовут волнение и хаос. Как вы удержите все в тайне? На самом деле нам просто повезло. Враг глушит гражданские передачи, и слухи распространяются не так быстро. Но все равно, нам едва удается сдерживать панику. А их передачи вы слышите? Это единственное, чего мы не слышим. Может, у них нет радио. Потом у нас и без них дел хватает. Мне казалось, противник глушит всю связь. Да, станции работают в условиях сильных помех, и эффективная дальность вещания не больше 5% от нормы. Тогда как вы... У нас намного более мощное оборудование. У нас дальность вещания 90% от нормы. У нас все лучшее. Что известно населению? Связи нет, люди нервничают. Но в крупных... Сдерживаю. Пока до этого не дошло. Радио передает странные сообщения. Что это может быть? Я слышала. Возможно, это маячок метеостанции. Но это могут быть и инструкции по приему слабого сигнала. Толковый радист таким образом пробился бы через помехи. Вдруг это выжившие. Можно было бы их забрать. Есть смысл проверить. Хьюз поработает с радио, а вы давайте нам данные. Установите полосу на...
Полосу на 500. Направление? Направление на север. А частота? Установите 892 МГц. Посмотрим ультракороткие. Не буду вас отвлекать. Есть, сэр. Что такое? Схожу, узнаю, чего хочет старик. До скорого, Уилл. Да, сэр. Спасибо за сведения. Обращайтесь. Вы там были? Знаете, на что он способен? О, да. Но в его личном деле... Вот, агент, все не так к делу. Опять будем гоняться за призраками? На этот раз нет. Я нашел человека, который сможет изменить ход событий. Позвольте представить нового старшего агента, мисс Анжелу Уивер. Агент Уивер, вам слово. Добрый вечер, агенты. Есть основания думать, что наша цель... Помяни черта. А, Картер. Агент Уивер боится, что вы не сработаетесь с командой. Я бы сказал, это скорее достоинство. Как всегда, отлично, Фол. Что вам нужно от меня, сэр? Вы попали сюда не случайно. У меня есть на ваш счет некоторые мысли. Я давно слежу за вашей карьерой. Пришельцы? Это вероятнее, чем кажется. Вы привезли меня? Я так помню, это я вас вытаскивал, когда там начался ад. Спасибо, что подбросили, но... Я ожидал, что вы проявите себя. Я ценю то, что вы сделали, но на это я и рассчитывал. Я знаю, на что вы способны. Понимаете? Ага. Вы приметили во мне божью искру, которую не видят остальные боссы. Так? Нет, не боссы. Вы сами не хотите ее видеть после всего, что с вами... Вы хорошо подготовились. На это я и надеялся. Может, насчет отпуска вы и правы. Что известно о противнике? До сегодняшнего дня у нас были только странные... То есть? И все держали в тайне? В такие новости. Что это за место? Его же строили не для того, чтобы спасаться от чужих. По большому счету, мы используем его по назначению. Все эти люди служат здесь? Нет. Я ничего об этом не знал. Каков план? Наша первая задача — раскочегарить эту базу на полную мощность. Лучший способ... И у нас есть для... Лаборатории пока не готов. Я загляну в дежурку. Да Силва уже там, он поможет вам подобрать команду. Свободны. Да, сэр. Спасибо за сведения. Обращайтесь. Здравствуйте, сэр. Как они выглядят? Говорят, некоторые похожи на нас. Да ну, я же их видел. Они как... Ну, не знаю, как... Чудище, что ли? Заблудились? Дежурка вон туда. Как поживаешь, Картер? Да, директор. Сейчас ему передам. Только что звонил старик. Говорит, какой-то ученый исчез. И прихватил с собой свои материалы по взрыв вещества. Вы думаете, это диверсант? Возможно, но паника нам ни к чему. Ученым сейчас занимается Нильс, а вам надо подготовить группу, чтобы помочь в случае чего. Thank you.
Уилл, наберите себе группу. Хватит сольных номеров. Мистер Фолк лично отобрал вас для этой работы, а я буду вашим командиром. Я горд работать с вами, мистер Досилва. Это честь для всех нас. Вот список агентов. Фолк вытащил всех, кого смог найти. Все профессионалы, настоящие мастера своего дела. Картер, я загнал шпиона в морг. Он оттуда не выберется. Нильс, ждите меня. Я вас прикрою. Попробую подождать, но рисковать нельзя. У него столько взрывчатки. Я скоро буду. Картер, пройдите через оружейную и налево к лифту. Я отправлю ваших людей туда. Черт, Нильс, держитесь там. Там агент Нильс. Он приказал нам уйти. Спокойно. Я разберусь. Боже, Нильс! Не горюй. Он пал в бою. Зачем? Зачем вообще нападать на нашу планету? Ты не понимаешь. Планета уже не ваша. Но ты поймешь. Мозаика объяснит. Какая мозаика? Мозаика есть истина, и люди познают ее. Очень жаль, но ты этого уже не застанешь. Ну, я тоже кое-что знаю. Интересно, что именно? Ты окружен. Враг атакует! Видите их? Да! Прикончить его! Вижу цель! Сбейте его! Сейчас уберу его! У них щиты! Бей! А вот и щиты! Ерунда! Шуганите их! Защищаю зону! Чисто. Не стрелять. Он нужен живым. Надо арестовать его. Фолк, я взял лазутчика. Живым. Хорошо.
Вы и агент Нильс? Нильс убит. Я говорил ему подождать, но он вошел без меня. Понял вас. Загляните ко мне в оперотдел. Я сделаю. Удачный Картер? Да, взял его. Ну, так это же хорошо. Нильс. Нет, ладно. Хорошо. Удачи, агент. Нико. Без света на пару дней. Будет им урок. С ума сойти. На нас напали зеленые человечки. Думайте, что говорите, рядовой. Экском не место для подобных глупостей. Я просто хотел... Да... В такое время остается только шутки шутить. Да уж, или слезы лить. Извиняюсь, это тоже шутка, не слишком удачная, но так уж вышло. Да, так вы хотели меня о чем-то спросить? Что там с оружием и боеприпасами? Легких стволов у нас достаточно, а вот тяжелых пушек... Не пора ли вам в запас по возрасту? Я вот что скажу. Давно знаете директора Фолк? Достаточно. А как в ваших угрюмых... Баба, пока нет. Хороший отдых. А если хорошо стреляет? Спасибо, это все. Надеюсь, мои железяки вам пригодятся. Эй, вы ведь Картер. Здорово, что вы теперь с нами. Тренируетесь? Ага. А вы тут что-то тестируете? Не хотите устроить состязание? Можно попробовать. А как? Мишени будут высвечиваться по одной. А там, кто первый попадет? Поехали! Черт! 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 Мне свет в глаза бил. Надо было кепку надеть. Кент Уильям Картер. Погодите секундочку. Одну минутку. Я доктор Генрик Дреснер. Я ждал вас. Прекрасно, док, но я должен явиться... Уверяю вас, герр Фолк будет рад, если мы поговорим. Ведь нам всем нужно новое оружие, и оно будет создаваться в Макее лаборатории. Все оружие, которое вы добудете в бою, мы с радостью изучим и приспособим для вас. Вы хорошо знаете этих чужих и их технологии. Я работал с Фолком с момента, как он заподозрил их существование, и после атаки у меня появилось столько материалов. Радоваться нечему, док. Мы потеряли много хороших парней.
а сейчас еще одного. Я понимаю, Уильям. И я хочу предотвратить новые потери. Собственно, я хотел передать вам это. Наше первое творение. Да, но... Что это? Это удивительная вещь. Браслет Вена предназначен для ближнего боя. Он усилит ваши удары. Против раненых врагов он творит чудеса. Но еще важнее то, что он позволит вам захватить и применить оружие чужих. Он бы мне пригодился пару минут назад. А, вы не можете просто так брать их оружие. Сначала нужно найти нетронутый образец. То есть... Сейчас каждая минута стоит кому-то жизни. Простите, Уильям. Возьмите браслет, и я подскажу, когда он может быть полезен. Спасибо, док. Может, наш новый объект поможет вам сделать следующее открытие. А теперь мне нужно поговорить с директором. Спасибо, Уильям. Закладывайте, будет время. Да, сэр. Радио передает странные сообщения. Я слышала. Вдруг это выжившие? Есть смысл проверить. Хьюз поработает. Установите полосу на... Направление. Направление на... А частота? Установите частоту. Короткие волны. Давайте еще раз. Там точно что-то есть. Как скажете. Установите полосу на... Полосу на 250. Направление. Направление на юг. А частота? Частота 374 мегагерца. Ищу на средних волнах. Не буду вас отвлекать. Есть, сэр. Докладывайте, агент. Нильса убили. Здесь. И это очень скверно. Но надо сказать, мы еще дешево отделались. Есть и более важные проблемы. Впрочем, потеря агента ударит по всей организации. Потеря? Черт возьми, мы должны остановить этих ублюдков и быстро, понимаете? Успокойтесь, агент. Я все прекрасно понимаю. Но чтобы у нас были шансы на успех, надо вытащить доктора Уира из Розмандского университета. Нет, надо просто убить ублюдков всех до последнего. Мы можем сделать и то, и другое. Было еще одно нападение на Розмандский университет. Он же штатский. Зачем он нам? Исследования доктора Уира помогут нам понять, как мыслит враг и какие у него цели. Помогут его остановить. Уир нужен нам, вы сами знаете. Чтобы нанести ответный удар... Сперва нужно выжить. Ладно, мы найдем его. Не сомневаюсь. Теперь откройте на терминале тактическую карту, и мы вас отправим. На базе всегда должен быть порядок. Группа отобрана, оружие под рукой, все хвосты подчищены. Неизвестно, сколько вы пробудете на задании и вернетесь ли с него. Я это прекрасно понимаю, сэр. Признаться, я мечтаю с вами... Хоть кто-то здесь о чем. Разумеет. Вы засунете меня под микроскоп? Думаете, у меня... Пожалуй, лучше... Я бы с удовольствием... Не беспокойтесь. Вот и отлично. Значит, мы приносим оружие... Если чужой... И как нам получить их пушки? Сначала найдите нетронутые образцы, у которых не было владельца, или владелец которых умер неожиданно. Затем браслет установит, как остановить этот тип разрушения. И позже вы сможете забирать именно этот тип оружия даже в бою. Так что такое этот ваш Эллерий? Чудо! Его нет в нашем мире. Это... Во фляжку? Да!
Я вижу, у вас здесь все... Первые сали... Результаты уже... Пока что мы... Полезная штука. Разумеет. Идет. Мне не помешает выпустить пар на стрельбище. Генрих, откуда... Спросите в управлении... Ага. Ладно, попробую вам что-нибудь раздобыть. Обещаю, результаты вам понравятся. Подожди, по-моему, это будет открытие. Какое? О тайных околовоенных действиях пришельцев. Мы поймем их, общество... Черт, не вышло. Придется поработать еще. Да, думаю, у меня есть шанс. Что вы хотели? Опять упустил. Над чем вы сейчас? Пытаюсь выяснить. Дело важное. Да, но по сути... Главный вопрос. Почему? Что вы знаете о нападении? По данным опер... Это и так понятно. Это означает, что... Я думаю, им был нужен пакет, который я достал. Возможно. Ага. Как попадают на такую работу? Директор Фолк собрал эксперт. А ваша специаль... Формально? Лучше не... Возвращайтесь к своим вопросам. Да. Да. Нас жмут со всех сторон. Их план вторжения неизвестен. Зато мы поняли их основные цели. Сюда поступают все сообщения и новые задания. Решать, чем заняться в первую очередь, я доверяю вам.